Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Два утра», прямой эфир, и мы продолжаем сегодняшнюю программу. Я думаю, много тем сегодня затронем интересных. Говорим о здоровье, о том, как воспитать здорового человека, о том, как родить здорового человека, как из ребенка сделать человека. И как стать успешным в дальнейшем, чтобы быть... Сколько всего? Я не верю, что так много тем можно затронуть за час эфирного времени. А я верю, потому что сегодня у нас в гостях потрясающие люди. Это Андрей Артурович Шауро, президент интернет-академии «Успех вместе». Хочу отметить, что это компания мировая. И Саудвакас Умбеталиевич Мустафаев, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор. Доброе утро, господа. Доброе утро. Рады вас видеть с приездом. Вы впервые вообще, Андрей Артурович, в городе у нас? Нет, в АКТП уже второй раз приглашают, потому что... Нуждаемся в этом. Да, да. Да. Вот мы говорим сегодня о том, как важен спорт для развития детей. Да? Насколько это важно и когда нужно вообще начинать, вот ваше мнение? Ну, смотря какой вид спорта, если говорить про шахматы, так как я был чемпионом зоны Дальнего Востока и Сибири, то с детства нужно отправлять детей на те виды спорта, которые будут давать развитие мышления человека. Вот когда у вас первый успех пришел, вот именно связанный с шахматами? В школе сразу же. Сразу же, однозначно. А если это не ребенка, например, Привет, друзья! Давайте знакомиться. Андрей Шауров. По профессии я инженер. Но вовремя понял, что работа на заводе и в поле не делает человека богатым. Поэтому сегодня я интернет-предприниматель. И благодаря Академии «Успех вместе» могу позволить делать классные подарки своим любимым людям. И сегодня подарил новый автомобиль BMW своей любимой жене. И ты можешь это сделать благодаря Академии «Успех вместе». Благодаря Академии «Успех вместе» многие наши ученики осуществили свою мечту, купили новые автомобили за наличку. И ты можешь это сделать вместе с нами. Присоединяйся в команду! Уже вместе! Всем привет, друзья! Из города Нальчи. Сегодня с вами в прямом эфире ваш друг Андрей Шаура и команда «Успех вместе». У нас отличное настроение, потому что вы все прекрасно знаете, что у меня есть новости. Новости от президента компании B-Epic. И вы сегодня первыми узнаете условия, акции, подарки. Но сначала давайте поговорим о возможности Академии и B-Epic совместно. Сегодня мир изменился. В мире более 7 миллиардов людей на планете Земля. А мой наставник сказал, а я являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси, а также других известных наставников. Мой наставник сказал: Андрей, нужно быть немного впереди большего количества людей, и у тебя всегда будет успех. Потому что некоторые люди не верят, некоторые люди сомневаются. И вот пока другие не верят и сомневаются, твои ученики и ты будь впереди тех людей, кто не верит. И тогда вы достигнете высот. А еще мой наставник сказал, что Андрей, деньги должны быть в продажах, но продавать нужно, не продавая. Давайте послушаем, что он имел в виду. Имеется в виду, что сегодня можно зарабатывать большие деньги, создавая потребительские сети. Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Позвольте представить вам Андрея Шаура. Андрей – один из моих сертифицированных профессиональных тренеров, работающих здесь, в России и Казахстане. Он тщательно обучен преподаванию одной из эффективнейших в мире программ по продажам и учит за один день. Воспользовавшись услугами Андрея, ваши специалисты по продажам очень быстро увеличат показатели продаж на порядок. Эту программу в разных ее вариациях мы преподавали более чем 2 миллионам людей в 38 странах, а версия, преподаваемая в России, самая лучшая в мире. Вам она очень понравится.
Так что, если вы хотите обучить своих специалистов по продажам работе на очень высоком уровне, обязательно пригласите Андрея, и он продемонстрирует, что мы можем с помощью нашей программы сделать для вашей компании. И вот мой наставник сказал, что все деньги в продажах, и продавать нужно не продавая. И продавать нужно то, что будет помогать решать человеку проблему. То есть, простыми словами, сегодня у нас обучение проходит Microsoft, BMW, Сбербанк по нашей программе. И мы обучаем топ-менеджеров, топ-лидеров именно мышлению. То есть мы обучаем топ-лидеров грамотно решать проблему человека. В мире существует более 7 миллиардов человек. И если помочь им решить их проблему, тогда у тебя будут деньги. И если вам это понятно, то напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. В ваших городах, в ваших странах вы можете быть первыми и лучшими в индустрии лидерства. Вы можете быть первыми, кто будет представлять франшизу Академии Успех Вместе, которая будет помогать решать проблему. То есть вы можете быть лучшим лидером Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Омска, Москвы. Потому что сегодня наша франшиза Академия Успех Вместе совместно с компанией B-Epic — это лучшее решение, которое помогает более 7 миллиардам людей на планете Земля сэкономить деньги, продлить жизнь, профилактика более 700 заболеваний, а также возможность заработка, возможность дохода. То есть речь идет о том, что вы сегодня можете быть лучшими. И ваше дело будет в одном телефоне. Не правда ли приятно находиться сейчас в любой стране мира, находиться на Камчатке, на Байкале, на Мальдивах, в Испании, и через один телефон, благодаря франшизе Академии Успех Вместе, зарабатывать невероятные суммы денег? Не правда ли это классное удовольствие, то есть быть богатым и успешным через один телефон? Вопрос, как, и мы тебя научим. Сзади сидят мои ученики, которые здесь заработали за 2018 год совместно более 50 миллионов рублей. Это невероятно. Они совместно заработали около 1 миллиона долларов. Представьте, всего за один год, 18 с нуля, потому что у них было желание. А они по профессии врач, мама троих детей, бухгалтер, бывший военный, торговый представитель. Значит, и ты научишься. И также множество людей сегодня в интернете, в разных странах у нас начинают менять свою жизнь. Внимание, друзья! Вы можете быть лучшим и первым представителем компании B-Epic, Академии Успех Вместе. Вы можете это автоматизировать, то есть сделать дело в одном телефоне. Причем франшиза не требует вложений. Обучение годовое в подарок, без риска. Это очень удобно, это очень гибкая система. И если вы будете слушать моих наставников, а они лучшие мэтры в этой индустрии, вы никогда не будете бедными, у вас всегда будут деньги, у вас всегда будет успех. И скоро я расскажу про условия акции. А может быть, расскажу не про условия акции, а про дату. Друзья, мои ученики в 2017 году за 7 дней заработали во время акции от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. В 2018 году заработали от 10 тысяч долларов до, получается, 200 тысяч долларов. Я вам могу напомнить эти чеки. А какие это люди? Это обычные люди, такие же, как и вы. Они также однажды пришли в интернет. И если они смогли, значит и ты сможешь. Самое главное — понять, что не надо продавать продукт. Не надо продавать бизнес-план. Надо продавать проблему. И вот в 2018 году за 10 дней доход составил некоторых учеников 200 тысяч долларов. За 10 дней.
Сейчас 2019 год. И сейчас вы можете во время акции заработать $1000, 2000, 5000, 100 тысяч, 300 тысяч долларов, 500 тысяч долларов. Это все зависит от вашего мышления. Я сейчас вам объясню, как можно во время акции много заработать. Вот смотрите, у каждого из вас есть время. Время – это главный ресурс человечества. Представьте, что вам нужно информировать население мира о акции, о подарках, о возможностях. Если вы будете делать по старинке, если вы будете встречаться с людьми в офисе, в кафе, если вы будете по 3 часа разговаривать с человеком по телефону, согласны, что за 5-7 дней акции у вас не хватит время пообщаться со всеми вашими родственниками и друзьями? Кто со мной согласен? Вы физически не сможете всем рассказать. Поэтому включайте богатое мышление. Академия «Успех вместе» объявляет во время акции двухдневный, получается даже не двухдневный, а в течение 6 дней, объявляет каждый день по 2 коротких деловых информационных встречи в Академии. То есть в 14.00, 19.00 Москвы, и вы просто берете и через телефон приглашаете человека. Вам не надо каждому человеку рассказывать про акцию, про условия, вы не профессионалы. Рассказывать будут магистры медицины, рассказывать будут профессора, рассказывать будут бизнес-тренера, рассказывать будут топ-лидеры. Ваша задача просто пригласить короткие, емкие, полезные презентации, где нет нудятины, где нет вот этих лекций по 3 часа, а просто 30-50 минут. Вы понимаете идею? Вот тогда у вас будут деньги. Нужно за акцию обработать максимальное количество людей. Мы носители добра, мы лидеры Академии «Успех вместе». Мы рады каждому из вас, кто в Академию придет. Потому что БЭПИК – это одна семья, это одно целое. И если мы это систематизируем, то возможности БЭПИК в мире станут гораздо глобальней. Главное быть одним целым, кто меня понимает? Убрать эго, убрать вот это вот качество «я крутой, я лидер». Вы все лидеры, вы все герои. Но совместно мы, понимаете, мультимиллиардеры, мультигерои, мультиуспешные люди, потому что совместно помогать гораздо легче. То есть нужно разделять и властвовать вот так, как Чингисхан делал. Треть тебе, треть ему, треть мне. Вот понимаете, лучше совместно создавать что-то великое, что-то большое и преуспевать, чем по отдельности собираться в маленьких офисах, в маленьких комнатах, конференциях. Когда мы это поймем, то мы поднимем наш бренд на мировой уровень. Мы можем обогнать Microsoft, мы можем обогнать Apple. Это на полном серьезе. Потому что Apple может продать за год или за несколько лет более 7 миллиардов телефонов, не больше. Потому что количество возможностей человека ограничены. А понимаете, продукт, который продлевает жизнь, омолаживает, останавливает процесс старения, продукт, который, понимаете, решает разные задачи человека, и не один продукт, а множество продуктов, мы можем выставить в будущем акции Академии «Успех вместе» на биржу, тем самым мы еще будем акционерами. Самое главное включать что? Разум, мышление. Нужно быть в тренде, друзья. Нужно полюбить эту возможность. Мы через телефон, как Коран и Библия, будем в каждом доме. Кто понимает, о чем я говорю? Мы через телефон будем глобальнее, чем Microsoft и Сбербанк. Почему? Мы на 180 стран мира вещаем. Наши возможности не ограничены. Мы с вами лучшая команда в мире. Имеется в виду, мы и есть одно целое. Мы одно целое с вами. Мы все успех вместе. Только вместе можно достигнуть высот, больших высот. Давайте прямо сейчас пригласите людей в прямой эфир.
Потому что сейчас начнется самое интересное. Чем больше людей будет, тем лучше стартанет ракета. Мой наставник сказал: Андрей, дело нужно делать правильно. Я говорю, как это делать правильно? Он говорит, при старте ракеты 80% затрачивается при взлете, а 20% хватает потом облететь вокруг планеты. Имеется в виду, если сейчас правильно стартануть, если грамотно запустить акцию в первый, во второй день, то потом в течение 5-7 дней акция сама пойдет себя, понимаете, масштабировать. Кто понял идею? То есть, если сейчас приложить все усилия, если сейчас начать правильно делать, если сейчас подготовить старт ракеты, если это делать быстро, много, с любовью, делать это правильно, делать это ежесекундно, да, придется, честно вам могу сказать, придется где-то не доспать, придется где-то, понимаете, не помыть полы, придется где-то не готовить, но за 5-7 дней вы создадите империю, и эта империя будет кормить вас несколько лет. Сейчас главное желание, сейчас самое главное вот здесь, внутри себя поверить, что ты лидер, а я в тебя верю, ты самый лучший, ты, вот девчонка обычная, да, вот из Кирова, ты вот можешь изменить жизнь множества людей на планете Земля. Или вот ты, дорогая, красивая, в возрасте девушка, тебе всего 70 лет, ты можешь быть героиней на планете Земля. Вот ты, молодая семья, вот сейчас сидишь с ребенком. Да, сегодня ты можешь стать, понимаешь, тем путеводителем, кто поможет изменить жизнь. Более 7 миллиардов нуждаются сегодня в пользе, в энергии. И мы продаем энергию. Человек, это как батарейка. Если человек, друзья, понимаете, заряжен на 50%, он может достигнуть высот? Нет. У него будут появляться болезни? Да. У него будут деньги? Нет. Когда человек разряжен на 50%, у него нет возможности роста. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому человеку нужна энергия. И через Академию «Успех вместе» мы продвигаем лучшую энергию для человека на планете Земля. Знания в подарок от лучших тренеров мира. Эти знания вас наполняют любовью, дают вам уверенность. Правильное ведение бизнеса в интернете, правильное ведение бизнеса на Земле. Дальше. Энергия для клеток. Человек состоит из, вы знаете, несколько триллионов клеток. Энергия. Мы питаем клетки. Клетки нам говорят «благодарю», и мы заряжаем себя на 100%. Если мы заряжены на 100%, мы можем достигнуть высот? Наши отношения в семье более гармоничные? Мы можем заниматься благотворительностью? Мы можем быть трудоспособными? Да, да и еще раз да. Поэтому мы обгоним Microsoft, мы обгоним Apple, если все объединимся, если станем единомышленниками, если уберем свое эго. Понимаете, мой наставник сказал, лучше быть вторым и богатым, понимаете, чем первым. И первые, они теряют поражение. Он говорит, лучше быть вторым и лучшим. Лучше спрятаться иногда за систему, и система тебя подымет. И совершенно верно. Но наставник сказал так, когда меня нет, вы должны быть первыми. Когда я есть, вы должны быть вторыми. То есть вы должны дополнять систему. И он правильно мыслит. Стратег. Понимаете, стратег. И тогда у вас пойдет дело. Вот сзади меня сидят единомышленники. Мультимиллионеры. Видите? Айгуль. То есть вот эти ребята, они сидят вроде бы вторыми. Да? С одной стороны, они первые. Они просто запустили меня в берлогу. Если меня там съедят, то они останутся живы. Вот это стратегия. Но они дополняют, подносят снаряды. Понимаете? Вот в этом фишка. И у них есть деньги. Они заработали $1 миллион за 2018 год вместе. Уловили идею? Вот что значит большой успех. Это мудрость в мышлении. Это мудрость в мышлении. Это правильная стратегия. И этому мы вас научим. Мы научим вас зарабатывать. Вы будете путешествовать. У вас будут машины, квартиры. Вы будете жить вот такой полноценной жизнью и лучше. Вы будете бывать более 50 стран мира. Вы будете покупать машины. Вы будете отдыхать с ребенком. Вы будете заниматься благотворительностью. Вы будете жить при жизни, полноценной жизнью. Вас, о вас будут говорить. Все на самом деле просто, друзья. Я вас поздравляю. Днем
Такое количество людей еще никогда не было. Вы уже делаете рекорды, вы уже герои, вы уже лучшие. Я вас люблю. Сейчас я еду по городам и странам, турне большое. Я хочу увидеть вас, я хочу увидеть ваши лица. Кто приедет? Потому что я вас жду 6-7 апреля, Краснодар. 9-10 апреля Санкт-Петербург, 13-14 апреля Ташкент, 19-20 апреля Алмата. Дальше у нас 21 апреля Астана, Нур-Султан, 23-24 апреля Усть-Каменогорск, 26-27 апреля Бишкек, 28 апреля Ош. Кто приедет? Я хочу лично вас всех увидеть, я хочу с вами обняться, я хочу сделать фотографии. Мы сделаем мини-ролики, мы пропиарим вас как личность. Понимаете? То есть это будут грандиозные тренинги в ваших городах, полные залы, люди будут стоять стоя. Люди будут стоять стоя. Вы приедете в эти города? Тренинги благотворительные. Час нашей консультации или тренинг для корпорации Сбербанк или БМВ стоит более 100 тысяч долларов. День. Какой день? Полдня. Полдня нам оплачивают более 100 тысяч долларов. Все тренинги в ваших городах будут в подарок. Вы можете прийти, посетить, и мы вас будем рады. Вход свободный, можно будет пригласить своих родственников, друзей. Это будет очень круто. Уважаемые друзья, давайте сейчас поговорим с вами, какие возможности есть у БЭПИК через автоматизацию бизнеса. Вот можно просто заниматься БЭПИК, и у вас нет автоматизации. Вы ограничены во времени, вы не можете всем рассказать. А есть система, вы нажимаете расписание, и вы видите, что за вас работает команда. Сегодня в четверг в 19:00 Москвы будет розыгрыш, будут подарки партнерам компании БЭПИК и кто захочет участвовать в этом розыгрыше. Смотрите, завтра в 19:30 Москвы короткая презентация, в субботу мини-презентация. В воскресенье тренинг большой, в понедельник мини-презентация. То есть что мы видим? Мы видим, что система, она за тебя трудится. Ты просто направляешь людей в систему через свой телефон. Люди заходят, их обучают, их учат, люди зарабатывают. Ты получаешь проценты за создание сети. Вот она идея. Мой наставник сказал, что денег в поле и денег на заводе нет. Все деньги в потребительской сети. Кто сегодня миллиардер? Ну, например, Тинькофф. Он открыл банк в интернете. Это и есть сеть. Кто сегодня миллиардер? Верно, Apple. Кто сегодня миллиардер? Верно, Instagram, Facebook. Это сети. Все деньги, он сказал, в сетях. Поэтому будь, он говорит, впереди. И там ты будешь обеспеченным. Но нужно все делать автоматизированно. Потому что если нет системы, нет роста. И вот что мы, друзья, должны с вами сегодня осознать. То, что есть проблема. На проблеме можно зарабатывать. На проблеме можно заниматься благотворительностью. В мире более 7 миллиардов людей. И они нуждаются действительно в правильном питании. Мой друг Эрик Капрарос имеет опыт более 30 лет успешного опыта в индустрии классического бизнеса, сетевого бизнеса, интернет-бизнеса. Это успешный человек, обеспеченный. Мы с ним дружим более 5 лет. И сегодня многие из вас видели, насколько мы с ним тепло общаемся, обсуждаем планы. Эти видео по интернету везде разлетаются, вы об этом знаете. Так вот, мы с Эриком для вас приготовили. Да, друзья, это правда. Да, мы скоро объявим акцию. Я и сегодня ее объявлю вам. Дату объявлю. И вы будете шокированы, потому что все продумано так, чтобы вы во время акции действительно смогли помочь людям. Мы вас любим. И вас ждут два новых продукта, две новых возможности. И вы не поверите, просто эти продукты будут решать проблемы людей, а вы будете зарабатывать, не продавая ничего. Есть интернет-магазин БЭПИК, он выглядит вот так.
Регистрация в магазин в подарок. Обучение годовое в подарок. Магазин платит за рекламу, за создание потребительской сети. Вы делаете вот такую, например, заметку в Инстаграме. Про то, что энергия. Про энергию. Что людям не хватает энергии. И вы делаете заметку, что вам нужна энергия. Я всегда с собой беру. Эй! Ху! Хорошее настроение всем! Ху-ху! Марш, силы, руля! Жизнь прекрасна и удивительна! Целый вей! Здорового на жизни! Вы делаете вот такую заметку. Вы никого не лечите, вы не врачи. Вы делаете заметку о возможности энергии. Многие люди сегодня ищут решение, им не хватает энергии, они покупают кофе в Старбаксе. Кто со мной согласен? Люди бегают в метро, автобусы, трамвай, в офисах с кофе, им не хватает энергии. Они тратят в день на кофе по 300 рублей. Кто со мной согласен? Люди сегодня покупают разные напитки энергетические, Red Bull, губят свое здоровье. Видите, люди нуждаются в энергии. Люди покупают в аптеках разные лекарства, витамины. В разных сетевых компаниях покупают БАДы. Зачем? Им не хватает энергии. И мы лучшая компания в мире, кто сегодня продает энергию. Мы не лечим. У нас продукт натуральный. Он из овощей, из фруктов, из грибов. То есть травы. Мы продвигаем энергию. Этот продукт заряжает нас энергией. И у нас происходит процесс омоложения, потому что клетки питаются. И вот Юля пишет, я уже в шоке. Когда к вам придут вот такие деньги на счет, вы будете еще больше в шоке. За простой труд. То есть вы не работаете в шахте. Вы через телефон делитесь информацией, которая вам нравится. То есть вы не напрягаетесь, вы довольны, вы с детьми, вы идете в горы, вы находитесь где-то, например, дома, в гостях, вы находитесь в караоке, но постоянно зарабатываете деньги через телефон. Вы делаете заметки, вы рассказываете людям. Люди заходят в магазин без вашего ведома, они регистрируются и делают покупку энергии. То есть натуральная продукция, впервые в мире создана, это технология, как Samsung S10 Plus, как Apple 10. Кто меня понял? То есть вот есть Samsung S10 Plus, есть Apple 10. Так вот это лучшая от науки в индустрии энергия для здоровья человека. Полностью натуральная, овощи, фрукты, грибы, травы. Цена всего 100 рублей в день. Представьте, дешевле, чем кофе. 100 рублей в день, натуральное питание. И это натуральная пищевая смесь. Продлевает жизнь, омолаживает. Это выжимка. Друзья, всего 100 рублей в день. Заменяет завтрак или обед. Запивается стаканом воды. Это очень удобно. И смотрите, что будет происходить с вашими друзьями и с вами. Вы будете сбрасывать лишний вес, вы будете омолаживаться, в норму будет приходить работа мышц, у вас будут переставать болеть суставы, ваши родители, понимаете, у них не будет болеть сердце, кожа будет молодой, вы меньше будете тратить деньги на аптеки, на лекарства, на спа, на косметику, всего за 100 рублей в день. И это рекомендуют лучшие профессора, лучшие магистры в индустрии медицины. Понимаете? Это невероятно круто. И у нас на производстве есть опыт ученых более 100 лет. И здесь разрабатываются лучшие технологии в мире. Есть завтрак с утра, Elevate. Есть ужин, Accelerate на ночь. Невероятный вообще продукт. Он клетки кислородом питает. Есть детский продукт, который мы сегодня запустим по акции. Детская пищевая смесь – это вообще круто. Профилактика здоровья детей. Понимаете?
детское питание. И сразу захожу вперед. Мы первая компания, кто будет продвигать не просто крем, а питание для лица натуральное. То есть наше питание для лица будет заменять 20-30 дорогих баночек самых элитных в магазинах. Потому что у нас есть свое производство, у нас есть опыт ученых более 100 лет, у нас есть технологии, и мы впереди планеты всей. Кто уловил идею? Друзья, продукт днем, обед или завтрак, омоложение, продление жизни, профилактика. 26 месяцев я не хожу в аптеку. У меня раньше была аллергия с астмой. Я 3000 тратил на ингаляторы в нос, в рот и жидкий кларитин, уфирин, димедрол. Сегодня люди, благодаря этим продуктам, друзья, благодаря этим продуктам, омолаживаются, получают удовольствие. И смотрите, какие результаты этот продукт дает. Это невероятно, невероятно, но факт, посмотрите, внимание, нас нельзя сравнивать ни с одной компанией мира. Вот там кто-то пишет название компании, мы не похожи. Наши продукты – это выжимка, это одна вот такая капсула, это высокая технология. То есть ваши родители, давление в норму приходит, сахар в норму, природная пластика, волосы становятся более естественные, кожа, прыщики уходят, пищеварительный тракт работает, была 163, стала 95 через год. То есть убегает экзема, витилиго, глаза горят, псориаз, рождаются красивые здоровые дети, люди молодеют, красивые девчонки в возрасте получают множество результатов, целлюлит убегает, экзема убегает. То есть о чем речь идет? Речь идет о том, что эти продукты, они реально помогают, и ни с одной компанией в мире их невозможно сравнивать, потому что это небо и земля. Если вам понравилась информация уже, вы можете сделать, вот 4 двойки, классная цифра, вы можете сделать, вот я вам скинул информацию, регистрацию в подарок, нажать кнопку менеджер, нажать менеджер и связаться с менеджером по телефону, по скайпу, по почте. Нажать кнопку «Забрать подарок» и получить регистрацию в магазин. Заполняете строго все на английском. Вот видео, как это сделать. Сейчас это скопируйте, сделайте чуть позже. Нажмете «Менеджер», свяжитесь с менеджером, нажмите «Забрать подарок», сделайте регистрацию. Это и есть автоматизация бизнеса, когда идет регистрация во всех странах мира на автомате. Вот преимущество Академии Успех Вместе. Вот почему лидеры Академии Успех Вместе зарабатывают самые большие деньги. Если ты меня сегодня видишь в прямом эфире, если ты смотришь это видео в записи, мой дорогой друг, Академия Успех Вместе не запрещает ни одному партнеру компании B-Epic приходить в команду Успех Вместе, пользоваться системой и быть лидером. Мы наоборот тебя будем продвигать как лучшего лидера в индустрии. Поэтому всегда ждем тебя в нашу дружную семью. Мы одно целое. И вот эти технологии, они реально меняют жизни людей. И сейчас я вам позову сюда человека, вот реально, который сидит рядом со мной, благодаря рекомендации магистров, профессоров, у этого человека изменилась жизнь. Смотрите внимательно. Вот Николай пришел, и он не верил в то, что я говорил. Вот такой он был. Видите, большой, крупный. Николай, очень коротко, за 30 секунд. Расскажи, пожалуйста, что в твоей жизни произошло благодаря Академии. По делу, четко, что ты получил здесь.
Друзья, всем привет! Невероятные новости от нашего наставника вы сегодня получили, просто эмоции зашкаливают. Я понимаю, что сегодня нахожусь в правильном месте, именно с правильными наставниками, и именно являюсь партнером Академии «Успех вместе». Друзья, я так же, как и многие партнеры, которые сегодня преуспевают в Академии «Успех вместе», то есть 95% в среднем, можно так сказать, что это простые люди, которые пришли сюда, работая в прошлом военными, именно были домохозяйками, в прошлом бухгалтерами, они сегодня преуспевают благодаря именно лучшей системе обучения в интернете. И я также пришел именно в Академию «Успех вместе» в марте 2017 года. Тогда не было абсолютно опыта, не было Инстаграма, не было социальных сетей, я не умел абсолютно ничего делать. Друзья, но я пришел, потому что меня жизнь заставила, у меня была очень серьезная проблема со здоровьем, кредитов вот так вот выше крыши. И, конечно, мне нечего было терять, и я стал здесь разбираться. Во-первых, поправил свое здоровье благодаря технологиям, которые сегодня продвигает Академия «Успех вместе». У меня ушел лишний вес, более 30 килограмм. Представьте, более 30 килограмм. Диет я никаких особо не соблюдал, я просто именно делал так, как рекомендует сегодня система, то есть вода, зарядка и так далее. Также у меня решилась проблема с коленным суставом, то есть не нужно делать сейчас хирургическое вмешательство, бегаю, прыгаю, помолодел на 5-7 лет, чувствую себя сегодня как 20-летний пацан, то есть вернее в 20 лет я себя не чувствовал так, как сейчас в 35, это просто невероятно. Академия «Успех вместе» сегодня продвигает лучшие технологии на рынке, также у меня их употребляет абсолютно вся семья, супруга, родители, сын и так далее. Ну и также благодаря обучению от лучшего наставника, то есть это лучшего бизнес-тренера в данной индустрии, который является профессионалом в данной области. Это человек, за которым сегодня стоит идти абсолютно каждому, который прошел уже именно большой путь, то есть побед, поражений, и каждого сейчас может привести коротким путем. Благодаря Академии «Успех вместе». Во-первых, я закрыл свои кредиты, более 3 миллионов рублей. В 2018 году первый раз сделал загранпаспорт, потому что в прошлом было некогда, не хватало средств и так далее. Купил, позволил себе новый автомобиль марки BMW, салона. Друзья, вы только представьте, раньше я даже бы и мечтать не вздумал о таком автомобиле. В кредит бы точно его брать не стал. Так что жизнь меняется, я обычный человек, так же, как и вы. Если я смог, то вы обязательно сможете. Просто начните ходить в академию, вначале вам будет много чего не нравиться, поверьте, это нормально, и мне тоже не нравилось. Поверьте, не сразу тоже получалось, потому что нужно делать этот бизнес на постоянной основе. Ходите в академию, выполняйте рекомендации системы, и вас ждут невероятные победы. Но еще раз поздравляю, друзья, скоро у нас что-то невероятное в академии произойдет. Благодарю. Вот вы видели, жизнь обычного человека, в прошлом военный, торговый представитель, изменилась в течение полтора года. Купил машины, погасил кредиты, стал путешествовать, стал заниматься благотворительностью, заработал за 2018 год более 15 миллионов рублей. И ты можешь в том числе. Теперь о наших продуктах. У нас есть продукт питания, который мы не продаем, а потребляем. Этот продукт питания стоит всего 100 рублей в день. Мы строим потребительскую сеть, делаем заметки, контакт, Facebook, Одноклассники, YouTube. Люди смотрят, заходят, разбираются, если им это нравится. Ура! Рекорд! 2253 участника, и это днем! Невероятно круто! О, вы лучшие! Я вас люблю! Академия! Успех вместе! И мы еще... Не начинали! Друзья, и вот понимаете, вот этот продукт, сейчас вам очень коротко, магистр медицины, доцент, кандидат медицинских наук, руководитель клиники, мама троих детей, три красных диплома, получала образование в Англии, в Америке у лучших профессоров. Она расскажет вам за одну минуту-две, что ей
дал этот продукт, она сделала клинические исследования, и на основе разных продуктов она вам даст анализ, что вы получаете за 100 рублей в день, за место дорогих препаратов в аптеках, в больницах, потому что она лично в этом разбирается и сделала экспертизу. Встречаем Аэлита Мустафаева. Дорогие друзья, я всех приветствую с Нальчика. Вы не представляете, сколько новостей я получаю по здоровью, по продукту LF8 и Accelerate. Вы, наверное, заметили, что по продукту мы много не говорим, потому что это истина. О ней уже говорить не нужно, потому что есть результаты. В Ютубе можете посмотреть более 300 тысяч результатов по здоровью. Представляете? Это так здорово! И вы знаете, мы на самом деле разбирали этот продукт. Я тоже, как и вы, некоторые, кто сейчас в прямом эфире, не верил, что есть такой продукт, который проводит профилактику более 700 заболеваний. Друзья, вы представляете, что у вас сегодня есть возможность вообще забыть про аптеки, болеть. Вы можете быть всегда молодыми, красивыми, сила, энергия, молодость. Ваши родители будут жить долго вместе с вами. Я просто рада, что у нас есть такие продукты правильного питания, потому что я являюсь продукта. Я говорю то, что я испытываю на себе, и я вижу, как мои друзья, как мои партнеры хорошеют и имеют красивую кожу, энергию, силу. У меня прошла экзема, которую я лечила более 10 лет, представляете? Я еще и врач, не могла вылечить все вот эти свои болячки. Мои родители, им 70 лет, я вижу, как они благодаря продукции и Академии «Успех вместе» сегодня им очень хорошо. И вы не представляете, друзья, что мы проводили на самом деле клинические испытания. Мы брали 100 человек, которые применяли другой продукт и продукты правильного питания LF8 и Accelerate. И мы пришли к одному выводу, что продукты правильного питания LF8 и Accelerate – это одни из самых эффективных, высокотехнологичных пищевых смесей на сегодня во всем мире нету похожих вообще продуктов, понимаете? У вас в руках уникальный продукт, и только вы знаете об этих продуктах, что они такие у вас есть. Вот, продукт LF8 дает силу и энергию. Смотрите, как удобно, всего лишь одна капсула, ее нужно принять в течение утра, это утренний завтрак. И второй продукт, это Accelerate, это ночное питание. Там две капсулы, фиолетовая и белая. Она очищает организм от шлаков, от загрязнений, от ваших болезней. И эти два продукта, когда совмещаются совместно, они работают более эффективно. Поэтому я этот продукт очень рекомендую. И я вам просто говорю, что сегодня на рынке только благодаря Академии «Успех вместе» во всем мире будет возможность попробовать этот продукт. И об этом продукте еще не все знают. И по продукту детского питания, Андрей Артурович, скажем или вечером об этом? Вы можете просто сказать, насколько это круто, детский продукт, который мы сейчас будем запускать, и я скоро объявлю, когда. Друзья, у меня было такое, знаете, задание составить слайды и презентацию по продукту детского питания. И я изучила этот продукт изнутри, как когда-то изучала LF8. Я просто хочу вам сказать, что сегодня пришло, я думаю, чудо-продукт для детей, потому что теперь наши дети не будут болеть, они будут в хорошем настроении, они будут себя хорошо себя чувствовать, у них будет внимание, гиперактивные дети успокоятся, родители наконец-то будут высыпаться. Вау, классно, потому что продукт содержит все необходимые ингредиенты для детей, все витамины А, С, Д, все витамины группы В. И это так здорово, что продукт не содержит сахара и не содержит калорий. А это говорит о чем? О том, что он еще и сладенький, вкусненький, детям понравится. И сегодня еще, сейчас Андрей Артурович еще расскажет хорошие новости про этот продукт. Ура!
Всем рекомендую. Да, благодарим вас, Элита. Вот невероятная информация от эксперта в области медицины. И вам, друзья, сегодня нужно просто принять решение и стать проводником этого добра, стать носителем добра. Значит, вот этот продукт стоит утро или обед, который вас наполняет энергией, заменяет вам множество продуктов питания, помогает вам нормализовать ваше здоровье. Всего 100 рублей в день. Есть также ночное питание. Также примерно 100 рублей в день. Детский продукт. Это не просто какой-то комплекс. Это, друзья, также продукт питания, который помогает детям сделать легкий перекус. То есть тоже 100 рублей в день. Это очень круто. И помимо этого, в ближайшее время у нас появится еще супер питание, тоже натуральное, для лица. Поэтому мы в правильном направлении. Теперь внимание, как мы это делаем. Мы берем капсулу, она стоит всего 100 рублей в день. И мы заменяем завтрак или обед. И мы ее разжевываем, либо запиваем стаканом воды сразу, либо разводим. Пищевая смесь детская, помните как? Берешь нутрилон, берешь лопатку, ложечку набираешь, в бутылочку водой разводишь. Здесь также. Я жую, профилактика, значит, более 700 заболеваний, плюс позавтракал или пообедал. Жую. Настроение великолепное. Сэкономил деньги на еде. Не съел в ресторане что-то плохое. И запиваю стаканом воды. Круто? Круто. Удобно? Удобно. То есть, как бизнесмен или кто занимается спортом, у меня много чемпионов мира потребляют эти продукты. Их эффективность выросла. То есть, их эффективность выросла. Почему? Потому что этот продукт дает им силу. Вот, например, давайте я вам покажу одного из моих друзей. Дмитрий Петровичев. Чемпион мира, мастер спорта. Сейчас он готовится к чемпионату России и готовится в том числе к чемпионату мира. Вот вы видите, мы с ним дружим, общаемся. Недавно он был на моем тренинге. Этот продукт ему помогает повысить качество жизни. То есть чемпионы мира потребляют, голливудские звезды потребляют, разные актеры потребляют, депутаты, монтеры, слесаря потребляют. Следовательно, если потребляют люди из разного моего окружения, знаменитые и незнаменитые, следовательно, вам тем более необходимо это потреблять. Вообще невероятно круто, 2274 участника, я вас люблю, вы самые лучшие. Ну и давайте сейчас, друзья, мы еще пригласим сюда одного человека, который также изменил свою жизнь. Я сейчас покажу, как жизнь Аэлиты изменилась. То есть Аэлита погасила долги, заработала за 2018 год более 20 миллионов рублей, более 300 тысяч долларов, подарила отцу BMW, себе купила BMW, побывала более 10 стран мира. То есть эта возможность через один телефон позволяет вам зарабатывать от 500 до нескольких десятков тысяч и сотен тысяч долларов в месяц. И вот также однажды пришла к нам на тренинг ученица Айгуль, бухгалтер. У нее были трудности по здоровью, она никогда не зарабатывала больших денег и стала выполнять рекомендации. Мы правильное питание даем, мы даем зарядку. Академия это что? Инструмент. В академии мы людям даем рекомендации. Какие? Как правильно питаться, какую зарядку делать, как правильно мыслить, как правильно управлять деньгами. Как правильно трудиться в интернете, на земле. И вот обычный бухгалтер пришел и с нуля прорвался, изменил свою жизнь кардинально. Поэтому давайте встретим Айгуль Газезову и посмотрим, какие изменения произошли в ее жизни. Друзья, всем привет!
Ну, на самом деле, Андрей Артурович все правильно сказал. Благодаря вот этому продукту, который он сейчас вам показал, как его употреблять, у меня очень хорошо вот именно по здоровью укрепились волосы. У меня была грыжа позвоночника, сейчас я хожу на каблуках, хотя раньше не могла. И у меня, вот видите, очень хорошо, видно, не видно, скорректировалась фигура. То есть я с каждым днем молодею, красивею. Идет омоложение, у меня даже уходят мимические морщинки. То есть продукт на самом деле шикарный. У меня каждый день очень много энергии, сил. То есть такое ощущение, как будто мне лет, наверное, 20. Хотя мне сейчас 41 год, моему сыну 20 лет. Я когда с ним вместе хожу, все думают, что я его старшая сестра. То есть вот такой вот замечательный продукт. Вы будете тоже употреблять этот продукт, у вас тоже будут такие же результаты. По поводу денег, что я, ну, какие деньги я здесь заработала, благодаря Академии «Успех вместе», благодаря рекомендации, на самом деле у меня поменялось мышление. Потому что этот продукт будет очень хорошо работать, если вы будете выполнять рекомендации. То есть нам Академия рекомендует делать зарядку, пить воду. Раньше я не так много пила воды, сейчас я начала пить 2,5-3 литра воды. На самом деле сейчас я без воды не могу. Я начала делать зарядку. Вот, и благодаря вот именно рекомендации Академии «Успех вместе» у меня пошел результат намного быстрее. Также благодаря Академии я сейчас путешествую по миру. Вот, видите, разные страны, разные города. Раньше я даже раз в год не могла себе позволить выехать куда-то за границу. Я купила квартиру 4-комнатную в Астане. То есть за прошлый год я заработала более 300 тысяч долларов. Вообще такое, для меня это, конечно, такой шок, потому что я никогда такие деньги не зарабатывала. Я обычный бухгалтер по специальности. Но самое главное, в академии нужно быть учеником. Не надо ничего выдумывать, не надо ничего придумывать. Я вот сегодня у нас, вчера ночью у нас была встреча с президентом, и мне в комментарии пишут: вы даже английский не знаете. Вы представляете, я не знаю английский, но я была в более 10 странах мира, понимаете? То есть если я не знаю английский и я путешествую, значит у вас-то тем более получится, если вы знаете английский язык. Поэтому я вам всем рекомендую Академию «Успех вместе». Обязательно разберитесь в этой возможности. Вот видите, 2270 человек сейчас в прямом эфире. Это целый стадион. Поэтому эта система на самом деле очень уникальная. И в ней очень легко работать. Только вот с одним телефоном я заработала такие деньги. Я вам всем рекомендую Академию «Успех вместе». И давайте я подведу итог нашей встречи. Вы узнали о том, что продукт можно потреблять 100 рублей в день. Это недорого, заменяет обед или завтрак. Вам не понадобится дополнительно кофе, вам не понадобится дополнительно разные напитки. Да? То есть идея заключается в том, что в данном случае получается, что вы, друзья, экономите деньги на продуктах питания, вы экономите деньги на лекарствах, вы экономите деньги на БАДах. Вера, если вы еще раз скинете ссылку, я вас удалю из комнаты. Пожалуйста, Николай, удали Веру за то, что она скидывает ссылки. То есть речь идет о том, что если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны сейчас понять, что необходимо делать. То есть 100 рублей в день это дает вам экономию денег, потому что вы экономите на продуктах питания, вы экономите на лекарствах, вы экономите на БАДах, вы экономите на кофе, на энергетических напитках. Это очень круто. Также ваши дети за 100 рублей в день растут гармонично. Они не болеют. Профилактика здоровья, омоложение. Они лучше учатся. Они больше достигают высот в спорте, в искусстве, потому что ваши дети будут благодаря этим продуктам получать дополнительные возможности. То есть, как будто бы у них будет секретная кнопка. И если вы поймете суть, то вы должны сегодня быть в 19:00 Москвы на следующей встрече в Академии, где мы будем раздавать подарки, где мы будем разыгрывать 100 тысяч рублей. 5 апреля в 19:30 Москвы вам опять нужно быть.
6 апреля вам опять нужно быть, 7 опять, 8 опять и так далее. То есть суть встречи не прийти один раз, суть встречи идти за системой, идти за наставником пошагово. То есть идея заключается в том, что когда вы идете шаг за шагом, у вас получается. Когда вы не идете шаг за шагом, у вас не получается. Вот почему одни зарабатывают, а другие нет. И вот сейчас я раскрою вам новые возможности. Понимаете, новые возможности. Какие возможности? Внимательно слушайте меня. Вы, рекомендуя людям Академию, уже строите потребительскую сеть B-Epic. Кто меня уловил? То есть, когда вы приглашаете людей в Академию, вы не тратите 3 часа на одного человека, вы не встречаетесь с людьми в офисах, вы не тратите деньги на дорогу, вам не надо постоянно, ну знаете, там макияж наводить, вы просто через телефон пригласили человека, ничего ему не рассказали, сказали, иди, слушай, информация на 30-60 минут, бери ручку, бери ежедневник, потом поговорим. Вы позвали на одну встречу 100 человек, и за одну встречу вы обработали 100 человек. Если вы будете неправильно, нерационально тратить свое время, вы не сможете стать Чингисханом, вы не сможете стать чемпионом мира, вы не сможете стать Карелиным, потому что у вас не хватит ресурсов. То есть вам необходимо направлять людей в Академию, а Академия направит людей куда? В B-Epic. И компания B-Epic платит 80% за рекламу, за создание потребительской сети. И теперь подумайте, сколько денег я вам просто показываю сейчас в руках, дальше на счетах банковских, на карте. Потом смотрите, я захожу в магазин, жму и валит при вас кошелек в прямом эфире. И здесь у меня лежит, внимание, 33 667 долларов. Я вас уверяю, ни одного человека в мире сейчас нет такой суммы в кошельке, даже близко. То есть представьте себе, что доход в данном случае составляет за несколько дней, вы видели, да, какой? Вы хотите, чтобы вас научили зарабатывать действительно большие деньги? Тогда вы должны выйти на новый уровень. Отказаться от маленьких конференц-комнат. Отказаться от переговоров по скайпу по часу, по два. Отказаться от встреч в офисах по 2-3 часа. Это все у вас ворует время. Вам нужно зарегистрироваться в Академию. Академия, она в подарок. То есть смотрите, вы регистрируетесь в Академию, жмете менеджер, связываетесь с человеком, кто вас пригласил, жмете забрать подарок, регистрируетесь в компанию в подарок. Как это сделать? Модераторы, скиньте, пожалуйста. 80% платится в сеть. Со всеми видами дохода. У нас 9 видов дохода. Информацию получаете всегда от первого источника. И что получается? Вы создаете потребительскую сеть, вам не надо иметь склады, вам не надо продавать продукт. То есть вам не надо вкладывать деньги. Вы покупаете ровно столько, сколько вам надо продукта. Это и есть франшиза. Это и есть очень, понимаете, упрощенная схема бизнеса. Многие люди склады делают, а бизнес у них не прет. Потому что не склады нужно создавать, исходящий поток, людей нужно информировать. Если вы людей заводите в Академию, здесь есть регистрация в Академию, вы зарегистрировались, у вас есть расписание. И теперь нюанс. Вы сделали заметку. Инстаграм, мы вас этому научим. Контакт, Фейсбук, Одноклассники. Мы научим вас делать платную и бесплатную рекламу. Мы научим вас правильно общаться с людьми. Люди нажимают на вашу ссылочку. Смотрите, как это происходит. И франшиза Академия вам дает возможность регистрировать людей автоматизированно. Все вы вот так вводили имя. Вот, например, ввожу Андрей. Андрей, тест. При вас. Жму продолжить. И по рекламе попадаю в Академию. То есть по моей рекламе, видите, человек нажал ссылочку, но вас этому мы научим. Это не сразу придет. Человек попадает в Академию. Он слушает все, что здесь происходит. Видит все, что здесь происходит. Жмем кнопку менеджер. Видите? И он видит вас.
Это и есть автоматизированная система. Жмет кнопку «Забрать подарок», и он регистрируется под вас. Жмет кнопку «Создать аккаунт», и он регистрируется в академию под вас. Регистрация в академию под вас, регистрация в компанию под вас и связь с вами. Вот что такое система, вот что такое автоматизация бизнеса. И сейчас я объявлю еще акцию. И вы через систему сможете проинформировать самое большое количество людей, и вы сможете заработать самое большое количество денег. Потому что сейчас будет акция. Вот плюс системы. Кто понял, дайте обратную связь. Я надеюсь, вы очень мудрые люди, смышленные. Теперь смотрите, что помогла мне система сделать. Система — это робот. Я вот здесь ее оплатил. Месяц стоит 400 рублей, а если беру на год, 267 рублей месяц всего. Я оплатил систему. Зашел в профиль. Здесь поставил свою фотографию. Сюда поставил ссылку реферальную на Бэйбик. Здесь придумал название робота. Написал о себе, нажал «Сохранить». Зашел в настройки. И у меня за 267 рублей в месяц, если беру на год, появляется множество страниц. Вот здесь есть лендинг. Видите, вот этот лендинг, это уже идет в подарок за 267 рублей. То есть у вас есть здесь ссылка для приглашения гостей. Очень удобно, видите, конструктор вам дал готовую рекламу. И вот эту ссылочку вы длинную берете и друзей приглашаете. И сейчас вы будете шокированы. Вот сейчас я вам покажу то, что никогда не показывал. Самую секретную информацию. Я зайду в свою академию и покажу вам то, что не должен был показывать. Впервые в мире раскрою, насколько бизнес легко делать. Смотрите, друзья. Впервые для вас раскрываю все секреты, тонкости именно интернет-продажи, без продажи. Сделал заметку, поставил ссылочку, дал платную, бесплатную рекламу. Захожу в робота, и робот мне показывает, что у меня зарегистрировано 8337 потенциальных клиентов или партнеров, которые могут меня послать, которые могут купить продукт, с которыми могу я связаться, которые могут строить бизнес. Но это не главное. Сегодня какое число? Дайте мне брат. О, 2300! Эврика! 2300 только что я видел цифры. Молодцы, я вас люблю, вы лучшие. Мы только начинаем, потому что Академия Успех Вместе и Бэйбик еще не начинали. Внимание, смотрите. Сейчас самая секретная информация. Какое число? Четвертое. Что я делал? Я спал. Я спал, как вы. Внимание, я спал, а робот работал. Я установил платную и бесплатную рекламу и лег спать. Я проснулся, зашел в прямой эфир и, внимание, смотрите, только не говорите, что не видели. 4 апреля, смотрите, робот мне показывает, видите, что в прямом эфире находится 17 человек. Часть из этих людей нажали кнопку «Менеджер». Часть из них свяжется со мной, видите? 17 человек на одну встречу. Дальше. Вот он, видите, Андрей Тест. Вот когда я вот здесь нажал на ссылочку, помните, я попал в секретную комнату? Вот нажал на ссылочку и попал в секретную комнату, Андрей Тест. И вот он мне показывает, видите, что этот человек зашел по моей рекламе. 17 человек. Жму кнопку «Приглашенные». 4 числа зарегистрировано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. 9 плюс 17, 20, внимание, 26 человек. 26 человек сегодня, а сейчас только 15:00 Москвы. И именно сегодня по моей реферальной ссылке, по автоматизированной системе, по платной и по бесплатной рекламе зашли в академию 27 человек. Теперь представьте, если бы я этих 27 человек собирал бы в кафе, в офисе, ездил бы к ним в города, тратил бы свои деньги, в Москве, в Санкт-Петербурге бы стоял в пробках, я бы никогда успешным не был. Эту франшизу мы дарим вам в подарок, обучение в академии в подарок на год. Пользоваться роботом стоит всего 267 рублей в месяц, если берете на год. Если берете на месяц, 400 рублей. Научиться пользоваться роботом можно за 3 месяца. Внимание, 2319 участников. Где бы я собрал такое количество людей?
Мне бы пришлось снять стадион, оплатить много денег за стадион. Вот она, автоматизация бизнеса. Итак, дорогие друзья, лидеры компании Бэпик в Кыргызстане, в Казахстане, вы согласны, что пора что? Объединяться, что? Дружить, заходить в академию, быть одной командой. Кто согласен? Я вам дарю эту возможность, свои навыки и возможности, секреты. Мы вас будем обучать безвозмездно. Вы можете заходить группами, командами, структурами. Только мы будем одним целым. Одним целым. Все заходите. Израиль, Испания, Америка. Мы должны быть одной командой. И тогда наши достижения будут больше. Согласны? Согласны. Вот она система. Ну а теперь главное. Пора объявить, когда будет старт акции. Внимание! В акцию заработают мудрые люди. Мудрые люди – это кто пригласит наибольшее количество людей в академию. Мы во время акции с лидерами будем давать каждый день две коротких презентации. 14.00 Москвы, 19.00 или 19.30 Москвы. Две встречи в день. Вдумайтесь, за вас будут работать миллионеры, за вас будут работать топ-лидеры, за вас будут работать друзья, профессора. То есть вам ничего рассказывать не надо. Вам нужно научиться за несколько дней настроить академию, настроить свою ссылку. Для этого вам нужно связаться с человеком, кто вас пригласил. И сейчас я попрошу модератора, чтобы он скинул в чат регистрацию в академию, настройку академии и регистрацию в компанию. И пока закрою чат. И пока закрою чат, чтобы вы могли этим пользоваться. Сейчас тишина, сейчас вам скинут информацию, сейчас я главную идею расскажу. Вы сможете заработать в момент акции, если, послушайте меня, пожалуйста, если вы от старой схемы отойдете. Я знаю все про акцию, я знаю все про продажу без продажи. Мы обучаем Сбербанк, мы обучаем Microsoft. Меня этому тонко научили. Я знаю, как делать интригу, я знаю, как продавать. Понимаете? В момент акции вы должны сконцентрироваться на приглашении людей в академию. Вам нужна своя ссылка в академию. Вам нужно сегодня настроить академию. Вам нужно научиться пользоваться академией. Я для вас организовал невероятную акцию. Президент, мы сегодня с ним общались, был в шоке. Он говорил: Андрей, это невозможно. Как ты так можешь? Ой, немного компанию пожалей. Мы для вас две акции создали. По детскому продукту и по питанию для лица. И мы будем сейчас запускать это. Мы сделали акцию длиннее. Мы сделали акцию длиннее. Мы вам дали возможность. По времени длиннее. По качеству. Понимаете? И еще важный совет. Пожалуйста, если Академия «Успех вместе» не объявила официальную информацию от компании Бэпик, никогда не выкладывайте заметки в соцсетях про акцию, про продукты, по бизнес-плану, потому что интрига пропадает, и люди тогда к вам не идут на встречи. Весь смысл бизнеса – это не выкладывать в интернет условия. Кто меня понял? Ошибка людей. Они берут в Инстаграме и выкладывают условия акции. Они выкладывают цену, ну все выкладывают, дату. Это неправильно. Никогда самые богатые менеджеры любых компаний, Сбербанк и Тинькофф, не выкладывают все в обзор. Они выкладывают интригу. Скоро будет акция, условия в прямом эфире. Ты можешь разбогатеть. То есть идея акции – это не рассказать про акцию. Это наоборот, не досказать. Кто меня понял? И очень много неопытных людей, к сожалению, разрушают наш общий бизнес, разрушают наше общее дело. Потому что, к сожалению, они не маркетологи. То есть они не обучались у профессионалов, они не бизнес-тренера. И они, понимаете, выкладывая все про акцию, просто уже как бы ограничивают свой бизнес, потому что человек прочитал уже, ему уже дальше идти не надо. Кто понял идею? Ничего про акцию выкладывать не надо, нужна интрига. Интрига. То есть послушайте, что я говорю. Я в этом разбираюсь. Я в интернете заработал несколько миллионов долларов, несколько сот миллионов рублей.
Вы просто послушайте человека, который вам добра желает. Никаких бизнес-планов, никаких маркетингов, никаких условий. Все должно быть, понимаете, ну, засекречено, с интригой. Заходи, только сегодня, впервые, ты узнаешь, ты получишь подарки. Понимаете, вот так надо говорить. А ты знаешь, что в мире впервые запускается уникальный продукт для детей, и ты можешь его получить в подарок. Вот вдумайтесь слово. А ты знаешь, что сегодня запускается впервые в мире детское питание для детей, и ты можешь его получить в подарок. Ты можешь получить подарок. И человек будет нажимать и заходить в академию. Кто со мной согласен? Смотрите, цены нет, условий нет. Он говорит, могу получить подарок. Да, и он идет. Вот когда вы начнете делать бизнес правильно, у вас будут деньги. Вы будете зарабатывать больше, чем я. Самое главное знать стратегию. Вы будете заходить в свой кабинет, и у вас будет лежать 33 тысячи долларов. 33 тысячи долларов. У вас будут деньги в кошельке, на банковских картах. У вас будут деньги в кармане. Вот эта идея. У вас будут часы. 27 тысяч долларов без скидки. Rolex. 1 750 000. У вас будут машины по 5-10 миллионов. Вы будете путешествовать на Мальдивы за 2 миллиона. Идеи заключаются в интриге. Слишком много рассказываете, и человек дальше идти не хочет. Поэтому про компанию, про бизнес-план, про академию ничего рассказывать не надо. Все приглашение должно через интригу. Учитесь. Вот это интрига. Слушайте внимательно. Всем привет. Невероятные новости. Вы узнаете бизнес-возможности в одном телефоне. Узнаете о финансах, о здоровье. Как путешествовать по миру. Для вас выступит лучший бизнес-тренер в индустрии Андрей Артурович Шаура. Приходите один, потому что сегодня впервые я раскрою главный секрет богатства. Увидимся в прямом эфире. Вы поняли, что такое недосказанность? Ничего люди не поняли. Люди поняли, что речь о деньгах, о здоровье будут говорить успешные люди. Вот так делается бизнес. То есть вам нужно срочно поменять тактику. Мы поднимем Бэпик, мы поднимем Академию на новый уровень. Кто со мной? Друзья, давайте меняться, давайте уберем свое эго, давайте учиться, давайте идти вперед. Вот что такое интрига. Мы сегодня в 19:00 Москвы запускаем розыгрыш и первый приз 300 тысяч рублей. Ой, 150 тысяч рублей. И вот оно видео, подготовленное заранее. Друзья, вы просили, и Академия Успех Вместе для вас организовала невероятное событие, приключения в мире Инстаграм. И вас ждет множество подарков. Вы получите деньги на свою карту. Упусти свой шанс. Приглашай друзей. Условия ниже. Успеха! Уловили идею? Вот она, что такое интрига. То есть, все, и они заходят, смотрят и делают. Должны быть подготовлены правильные профессиональные ролики под любую акцию, под любой продукт, под любой бизнес. То есть, вы должны вырасти, вы должны повзрослеть. Недосказанность, интрига, мало слов, больше к действию переходите. Мотивируйте людей к действию, к действию, к действию. И профессионалы рассказывают презентацию, лекцию по продукту. Уловили идею? Будьте богатыми. Я верю в каждого из вас, что вы сегодня прозрели и будете вместе с Академией Успех Вместе менять жизнь при жизни. Я вас очень сильно люблю. Я вам дарю секретные знания, за которые заплатил десятки миллионов рублей в свое время. Своим наставникам, тренерам. Я потерял много денег. Я в свое время делал ошибки. Я хочу вас ограничить. Я хочу, чтобы вы были здоровыми и успешными. Идея, понимаете? Главная идея и правильная формула, правильное действие. Мы не можем быть бедными. Это невозможно. Потому что есть система. Есть система. И система делает преданных учеников богатыми учениками. Самое главное – осознать силу системы, силу команды, силу наставника. Осознать идею и начать действовать с утра до вечера. Мало говорить. Говорить интригой и всех переводить в академию на лидеров. Вот так надо делать. Сейчас про детский продукт. Итак, уважаемые друзья, модераторы, пока скиньте, как зарегистрироваться, как изучить академию, вам нужно перейти к делу. Все, кто первый раз, нажать кнопку менеджер.
связаться с человеком, кто вас пригласил, нажать кнопку «Забрать подарок», сделать регистрацию в компанию в подарок. Условия в чате. Система будет регистрировать ваших приглашенных на автомате под вас, потому что робот определяет, по чьей ссылке пришел человек в эфир. Все люди будут доставаться, ваши приглашенные, по вашей ссылке, вам. Это большой плюс. По поводу детского продукта. Внимание! То, что я сейчас скажу, вас сильно обрадует. Сильно обрадует. Сегодня, и вчера, и на днях мы с моим другом... Переговоры с моим другом, президентом компании Эрик Капрарос. Я тебя пиарю на весь мир по интернету. Мы подготовили для вас невероятные условия. Невероятные условия. Просьба никаких заметок в соцсети не ставить с неправильными датами, с неправильными условиями акции. Потому что правильные даты и условия акции никто не знает. Никто не знает. Поэтому люди, когда делают заметки в соцсетях, и там ставят даты 5, 8, купи одну, получи 3 в подарок, это неправда. Пока мы не дали официальные слайды, официальную рекламу, официальные, значит, заявления, не надо ничего выставлять. Но лучше всего в интригу ставить, понимаете? И вот условия акции. Никто не знает, но сегодня несколько тысяч человек уже сделало заметки по соцсетям. Скажите, это правильно или нет? Вот никто условия акции не знает, но 1000 заметок про акцию, про какую-то цену, про какую-то дату. Скажите, это правильно или нет? Нет. Это губит бизнес? Да. Видите, иногда желание быть первым приводит к тому, что ты становишься последним. Все уловили идею? Поэтому сейчас я вам дам информацию. Вам нужно внимательно услышать. Хорошо? У нас будет две акции. Одна акция будет на детский продукт. Вторая акция будет на питание для лица. Питание для лица – это невероятный продукт. Это омоложение, это замена 10-20 баночек. Это будет немного позже. Возможно, это будет уже скоро. Точную дату не скажу, потому что в Академии вы узнаете об этом первыми. Каждый день будете заходить, и вы будете получать информацию по детскому продукту. Акция, мы все учли, и организовали для вас, вот вдумайтесь, если сегодня акция будет, вы успеете что-то сделать? Если завтра будет акция, вы успеете что-то сделать? Нет. Да? Нет? Почему? Вам деньги нужно на продукт собрать? Вам академию настроить надо? Вам людей пригласить надо? Поэтому 4 и 5 числа акции не будет. Это решено сегодня мной. Понимаете? Не будет. Потому что мы любим людей и мы хотим, чтобы вы заработали. Правильно? Мы утвердили акцию и поставили ее для вас, на самое лучшее время. И продлили акцию на один день. То есть мы сделали акцию длиннее, жирнее, полезней. Но какого числа вы думаете? Кто угадает? Какого числа? Мы акцию сделали для вас, друзья. В самый лучший день, в самое лучшее время. И у вас сегодня есть возможность научиться пользоваться Академией, настроить Академию, приглашать в Академию. Мы подготовим для вас слайды, видео. Акция стартует! Внимание! Кто внимательно смотрел на фотографию,
Подсказка была рядом. Я написал 11 апреля, и президент довольный утвердил вместе со мной. 11 апреля. Видите, подсказка была. Вот она, подсказка была, сбоку. Поэтому акция, кто внимательно смотрел фотографии, он скидывал подсказку, стартует 11 апреля! Ура! У нас есть еще с вами 7 дней подготовиться. Четверг считается лучшим днем по запуску акции. Ни пятница, ни суббота, ни воскресенье. В пятницу, субботу, воскресенье банки не работают, люди отдыхают, люди уезжают на дачи, на огороды. Поэтому лучшее решение это 11 апреля. Кто со мной согласен? То есть это четверг. Следовательно, акция становится длиннее, она становится не с пятницы, а с четверга. Да? Значит, в больше возможностей заработка. Согласны? Согласны. Вот. И мы 11 апреля и 12 апреля объявляем две презентации в день в Академии. И сейчас каждый день будем вас к этому готовить. Дальше. Условия акции. Я там уже что только не читал в интернете. Люди придумывали, что покупаешь детский продукт и слона в подарок получаешь. Кто-то говорил, один детский берешь, два в подарок. Друзья, ну нету такого. Нету ни слона, нету ни два в подарок. В общем, условия акции именно вы получите в Академии, возможно, сегодня в 19:00 Москвы. Ни один человек в мире сегодня точную информацию вам не даст. Потому что мы с Эриком еще продумываем для вас, как более жирнее сделать, более вкуснее сделать. Мы решили не торопиться, мы решили продумать с программистами, смодулировать. Вот. Поэтому никаких выдумок не надо делать. Хорошо, друзья? Вы поняли, о чем я говорю? Не надо писать вранье, потому что еще принимается решение. 11 апреля стартуем. А вот в данном случае, какие подарки, мы думаем. Ну, например, берешь детский продукт и детский в подарок. Или, например, берешь детский продукт и лейвейт в подарок. Например, 75 баллов или 50 баллов. Например, участвует в бонусе жизни или не участвует в бонусе жизни. То есть мы сейчас продумываем стратегию для того, чтобы лидеры заработали и новички тоже. С 11 апреля будет акция, вот, планируется. В данном случае я вам скажу, по какое, по среду. Но мы еще этот вопрос тоже обсудим. То есть сегодня вечером или завтра в Академии вы узнаете, какие точно подарки. Всем понятно? В смысле, в Академии вы получите точную информацию. Мы сейчас с Эриком на связи, мы обсуждаем. И потом сразу же, когда заканчивается акция с детским продуктом, мы со временем запускаем питание для лица. Сейчас нужно подготовить деньги. Всем лидерам зачислить деньги на банковские карточки, купить внутренние деньги, отправить деньги на секретные счета, лидеры все знают, купить внутренние. Вам нравится сегодня информация? Я вас люблю, вы меня любите? Я старался, чтобы вы заработали. Я старался, чтобы у вас была лучшая акция. Я старался, чтобы у вас были лучшие продукты. Мы с Эриком готовили для вас детский продукт 4 года. 4 года назад мы создали для вас мармелад, но потом доллар поднялся. И мы модернизировали версию, и мармелад превратили в питание еще круче. И питание для лица мы для вас готовим несколько лет. Это лучшие продукты в индустрии будут. То есть мы с Эриком очень, понимаете, ну, дружим и разбираемся в маркетинге. Что нужно людям в СНГ? Цена, качество и так далее. Поэтому это видео сейчас нужно всем отправить. Оно будет в Ютубе у меня через 20 минут. Разослать всем партнерам.
научить всех правильно трудиться и всех начать приглашать в Академию. Сегодня в 19:00 Москвы в Академии будем разыгрывать 100 тысяч рублей. И сегодня же в Академии объявим условия. Вот это ссылка, где розыгрыш. 100 тысяч рублей. И сегодня же объявим 300 тысяч. Главный приз будет 150 тысяч. Так что приглашаем сегодня в Академию в прямой эфир. Приглашаем завтра. Сейчас мотивируем лидеров. Настраиваем Академию. Настраиваем робота. В чате я сейчас скину всю информацию. То есть, когда все напишут «благодарю», мы внизу оставим ссылки. Хорошо, друзья? Мы внизу оставим ссылки. Поэтому вам внизу можно будет удобно их скопировать. Вы самые лучшие, я в каждого из вас верю. Мы зайдем на пьедестал, мы достигнем высот, мы погасим кредиты, мы улучшим здоровье, мы купим машины и квартиры, мы будем путешествовать. Потому что мы успех вместе! На связи! Вы лучшие!